Топ-5 проблемных направлений, по данным ЦУР, озвучила Елена Меньшикова. Вопросы благоустройства территории, вывоз, ТКО, детские, игровые площадки. Профильные структуры в ручном режиме решают обращения жителей, в том числе и те, которые находятся не в ведомстве муниципальных властей. У нас все эти обращения закрываются в надлежащее время, в установленные сроки. Но хотелось бы дополнительно поставить на контроль этот вопрос и, возможно, провести какие-то рейды по территориальным управлениям. Руководитель муниципалитета отметил, что в регионе округ занимает высокие позиции по качеству работы с обращениями граждан. Это положение не только нужно удержать, но и усилить. Чтобы сохранить и улучшить это положение, нужно обратить внимание на упреждающий контроль по ряду направлений. И это в первую очередь благоустройство, вывоз мусора и детские площадки. В скором времени в Новоивановском появится поликлиника. Медицинское учреждение будет вести прием как взрослого, так и детского населения. Это позволит снять нагрузку с поликлиник города Одинцово. Застройщиком этой поликлиники является группа компаний «Гранель». Поликлиника будет располагаться в жилом комплексе «Инновация» в корпусе номер 5. Общая площадь поликлиники и всех помещений составит 2200 квадратных метров. Также на совещании обсудили вопросы архитектурно-художественного облика улиц округа, улучшение качества транспортного обслуживания жителей, проведение массовой вакцинации и работу по внедрению системы контроля обращения со строительными отходами, исполнение поручений на личном контроле главы муниципалитета. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».